Тюльпан ламбада, великолепно подойдут к каждой клумбе и украсят ее весной, как отдельными посадками, так и с другими видами растений. Тюльпан ламбада имеет цветонос до 50 см, а цветет бокалом классической формы оранжевого цвета с сильно рассеченной бахромой по краю. Посадить его нужно в сентябре-октябре, в подготовленную почву, за месяц посредством рыхления и удобрения навозом или перегноем. Участок подбирается с учетом, чтобы при поливе вода не застаивалась, а он хорошо освещался, но не подвергался ветрам. Растение красиво в срезке и на клумбах. Стоит хорошо. Тюльпан бахромчатый ламбада – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан бахромчатый ламбада можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан бахромчатый ламбада в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан бахромчатый ламбада – самоопыляемый обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.